Горбулина, у Владимира Горбулина есть такая книга «Как победить Россию в войне будущего». Она, по-моему, 2 года назад вышла, да, и там все очень предельно просто написано. А какой будет война, что у нас свое, что, какая помощь Запада нам понадобится, какой должна быть тероборона и так далее. Ну, читали эту книгу, понятно, что не все, но многие вещи начинают делать только сейчас. Почему вот так произошло? Почему никто не верил в то, что будет война? И правда ли, не знаю, знаете вы или нет это, и правда ли это, что главу Генштаба ВСУ Залужного консультирует именно Владимир Горбулин? Но начнем, наверное, с последнего, да. Я знаю, что академик Горбулин, он встречается с очень многими и военными, и промышленниками, и, к счастью, и глава государства порой прислушивается к тому, что говорит этот мудрый человек. И действительно, он очень много прочувствовал, прошел и знает, как организовать ситуацию, связанную с внедрением высоких технологий в новейшие системы вооружений. Это одна история. Почему не произошло перевооружение? Почему не было, будем говорить так, достойной модернизации армии? Ну, тоже этот вопрос где-то понятен, потому что если говорить языком цифр и фактов, то можем вспомнить, что та же ракета «Нептун», которой сейчас все украинцы гордятся, она была пущена, ее первый пуск состоялся весной 2014 года. А ракетная программа с «Нептуном» появилась в конце января 2016 года. Поэтому вопрос, почему так произошло, наверное, нужно задать Петру Алексеевичу Порошенко и спросить, почему же вот так это было. Слишком много было проволочек и не было такой централизованной центральной линии на то, чтобы осуществить два процесса параллельно. Один процесс – это модернизация армии, и другой процесс – это перевооружение с учетом новых технологий.